Всем привет! Сейчас мы будем настраивать бытовой оверлок Juki 654 на два вида шва. Первый называется у нас кардане, второй роликовый шов, либо ролевой шов. В данный момент мы регулируем дифференциал и частоту строчки. До этого мы регулировали нож налево, передвигали до конца налево, чтобы был узкий шов. И также передвигали, операцию на кардане, узкий трехниточный шов. То, что сейчас шьется, называется у кого-то просто трехниточный оверлок, узкий, но также он называется у нас кардане. Это первый вид шва, узкого шва. Сейчас мы регулируем на ролевой шов. Левый петлитель, который находится с правой стороны, мы переключаем на 5,5-5. Слева же мы переключаем правый петлитель, а он находится слева, переключаем на тройку, чтобы натяжение у нас было как бы шва полукруг, как бы как ролик шов он. И получится ролевой шов. На этом оверлоке это было сделать легко. Переключить просто натяжение и все. А у каждого оверлока бывают свои цифры, поэтому не смотрите только на наши цифры, смотрите главное на шов. Если же он будет слишком затянут, расслабьте. Если же слишком расслаблен, то затяните. В принципе, мы сделали шов. И кардане трехниточный узкий, и роликовый шов, ролевой шов. Кому помогло наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!